Хочу поделиться рецептом хлеба, для приготовления которого можно использовать простоквашу, ведь бывает так, что остается молоко и оно скисает. На основе простокваши получается отменный хлеб. Готовим. Приготовление хлеба не терпит спешки, поэтому выдерживайте временные и температурные режимы. Важно, чтобы при расстойке теста в комнате было тепло и не наблюдалось сквозняков. Последнее пагубно сказывается на расстойке теста. Следуйте рецептуре и результат порадует. Структура у хлеба получается суховатая, корочка хрусткая. Такой хлеб хорошо подавать к первым блюдам или использовать для приготовления бутербродов с мясными изделиями. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте необходимые ингредиенты. В глубокой чаше соедините простоквашу, яйцо, сахар, хорошо размешайте венчиком. Добавьте дрожжи, размешайте. Накройте полотенцем чашу с дрожжевой смесью и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Подписывайтесь и ставьте лайки. По истечении времени опара немного увеличится и будут заметны маленькие пузырьки. Добавьте к ней ржаную и пшеничную муку, льняное семя, соль и растительное масло, 2 столовые ложки. Начните замес. Замесите мягкое и упругое тесто, оставьте его в чаше. На поверхности тестяного шара сделайте несколько разрезов, накройте полотенцем и оставьте на 1 час 30 минут при комнатной температуре, без сквозняков. Через указанное время тесто увеличится, сделайте ему обминку, перенесите на рабочую поверхность. Раскатайте тесто в пласт. Подверните немного края и заверните рулет. Придайте рулету форму полена, переложите в смазанную маслом 1 столовый ложки форму. На поверхности теста сделайте несколько косых разрезов, накройте полотенцем форму с тестом и оставьте при комнатной температуре на 30-40 минут. По истечении времени, тесто должно подойти почти до краев формы, оно готово к выпечке. Поставьте будущий хлеб в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовый хлеб достаньте из духовки, выложите из формы и заверните в полотенце, дайте ему отлежаться в течение 5-6 часов. По истечении времени хлеб готов к подаче. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Простокваша, 180 мл, сахар, 1 столовая ложек, дрожжи, 15 грамм, свежие, соль, 0,5 чайных ложки, мука пшеничная, 220 грамм, мука ржаная, 100 грамм, масло растительное, 3 столовые ложки, 2 столовые ложки, в тесто, 1 столовый ложек, для смазывания формы, количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Приятного аппетита, приходите еще.